Да, я уже получил. А что получили? Вот такой шоколад именной. Артемка. Вы довольны? Очень. Собрал уже 1000 лайков. Носки, дезодорант. Это базовое. Ну, а если помечтать поглобальней? Ну, тут нужно смотреть, так сказать, на вкус каждого. Я вот люблю цветы или какие-нибудь принадлежности для рисования, потому что я много рисую. Честно, наверное, 5 пар трусов. Наверное, парочку с Hello Kitty, так, для разнообразия. И со Спанч Бобами. Смартфон. Какой? Не знаю. Новый. Уже получил. А что получили? Джинсы и свитер. Вы довольны? Очень. А что хотели бы прям? Чтоб мир во всем мире был. У меня сын, и, естественно, буду. А что, если не секрет? Нет, не секрет. Я прям такая рада, что мне удалось подобрать хороший подарок. Я здесь купила джемпер, полувер ему, с хорошей скидкой, серого цвета, мне очень большого размера, как ему нравится. Хотела бы что-то запоминающее, чтобы было интересно. У меня была идея, это на картинг. Хотела купить молодому человеку накидку в автомобиль, которая обогревает, но нигде не нашла. В итоге сходила в спортмастер, угадайте, что взяла? Носки. Носки. И классное худи. Что будете дарить? Себя. В каком формате себя планируете дарить? С эмоциями, с добротой. Мы можем подарить подарки любые. Можем подарить за 1000 рублей там какую-нибудь шоколадку, допустим, а при этом сделать кислое лицо. Подарок уже не сработает. Мы можем просто прийти с мизерным подарком. Что у нас произойдет? Мы просто подарим положительные эмоции, потому что их сейчас просто не хватает.